Дело в том, что он притягивает подобную удачу. Как там говорят про два снаряда и одну воронку? Но ведь Лукас действительно был и в Табруке, и в Эль-Аламейне. О победе в Северной Африке знает весь мир. А вот о том, что дело было не в британских командирах и их могучих танках, в общем, Лукас рассказал историю, а Рихтер ей поверил. Похоже, у Хэмса сегодня стояк. Повышение чует. Мы ведь столько данных накопали. А он придумал такой план. Нифига же не выйдет. И что он сказал? Он лично благодарит вас, Десом, за то, что вы молодцы. Заткнись. Король и Отечество. Вечно король и Отечество. Твою мать, я не ошибся? Где ты ее добыл? Да плохо лежала. Если он увидит ее у тебя, ты труп. Выпью за это. Твою мать! Вперед, вперед! Хватит глазеть! Шевелись уже! Ответная... Вперед! Защищайте танки! Это еще даже не фронт! Да ладно, бай! Лукас!
Идем, Лукас! Шевелись, Лукас! Вот там, впереди миномет! Вижу их! Сюда, Лукас!